А сегодня мажилисмены встретились с представителями исламского духовенства. В рамках визита народные избранники обсудили с теологами и имамами методы развития духовной жизни населения, а также борьбы с деструктивными течениями в Казахстане. Особенно парламентарии отметили роль ислама в формировании единства, высоких моральных ценностей общества и выразили готовность продолжить эту работу совместными усилиями. Чтобы укрепить единство и стабильность государства, как раз-таки большая ответственность лежит также на имамах, представителей духовного управления мусульман Казахстана. И мы также, в свою очередь, здесь познали, почувствовали, что есть также поддержка и взаимопомощь со стороны государства, потому что у нас цель одна – это стабильность нашего независимости Республики Казахстан. Встретились депутаты также с представителями различных этносов. Речь зашла о достижениях нашей страны, сохранении культурных и традиционных ценностей и развитии межэтнических отношений. Имея особенности, свои национальные, этнические особенности, которые необходимо сохранять, традицию, культуру, обычаи, это однозначно. Но ощущение того, что мы единый народ, единая нация, она уже на сегодняшний день присутствует. Поэтому важно эту тему продолжать, важно сохранять, самое главное – прививать ее нашей молодежи.